самом центре гор Южного Урала, на северо-востоке Белорецкого района, раскинулся мощный и красивый хребет Кумардак. Самые высокие и красивые горы Южного Урала с вершин хребта выглядят как на ладони. Прямо напротив, словно рукой подать, возвышается мощная стена хребта Машак. Прекрасно читаются все его вершины – Широкая, Медвежья, Харитонова. А венчает все это великолепие грандиозный купол Большого Ямантау – самой высокой горы на Южном Урале. Словно принимая эстафету, теряются вдали вершины хребта Зигальга – Большой Шелом, Мерзлый Утес, Большой и Малый Пасынки и гора Поперечная. В другой стране, хоть и вдалеке, но отчетливо вычерчены контуры Большого Иремеля, хребтов Бакты и Аваляк. А ощетинившиеся скальными пиками Инзерские зубчатки отсюда выглядят совсем небольшими. Чуть поодаль четко прорисовываются острые очертания высшей точки самого Кумардака – горы Колокольня, расположенной на юго-западной оконечности хребта у границ Южно-Уральского заповедника. А совсем рядом – вершина Малый Кумардак. Со склонов хребта в долину спускаются многочисленные каменные осыпи, образующие каменные реки – Курумы. Самая большая из них называется Широкая Россыпь и является одним из самых крупных курумников на Южном Урале.